Ну что ж, друзья, вас приветствует студия UCC, и мы начинаем новый игровой день в рамках лотбет сезон номер 5. У нас сегодня целых три Best of 3, поэтому мы располагаемся здесь надолго в этой студии, я думаю. Да, определенно. Сегодня мы станем проводником в страну красивого Counter-Strike, точно надолго, ближайшие, наверное, 7-8 часов, это в зависимости... 7-8 часов, ты как-то очень это так... Ну, что ты говоришь, давайте 12 часов, вот давайте ставочку делаем, по-серьезному все было, и готовимся, собственно, все планы нас освободили, все сидим, смотрим Counter-Strike. Да, затем мы будем освещать всего лишь одно у 3 противостояние, потом нас сменят наши коллеги. Сегодня у нас Висла Крэку против Винстрайк. Что-то интересненькое будет. Вот это один из тех матчей, где даже сам Лутбет говорит, чистая 50 на 50, даже одна сотая коэффициента никуда не перевешивает. Да, так и есть. И опять же у нас очень, скажем так, напряженная не просто встреча именно по уровню коллективов, но и по картам, которые они, я уверен, будут пикать, бани. То здесь будет война у Уйти на всех стадиях игры Опять же, но мы напоминаем вам Что на лбете разыгрывается 30 тысяч Соответственно долларов Которые уже совсем скоро распределятся Между топом коллективов Которые играют в этом плей-оффе Да, на самом деле сейчас уже пойдет все в темпе вальса Намного больше матчей будет идти Не будет такой скучной тенденции Что один, одно быстро три противостояние идет После этого день перерыва Потом еще одно быстро три противостояние Все сейчас по два-три быстро три противостояния Будет точно Сейчас, безусловно, уже предновогодняя пора Поэтому ребята и хотят Освободиться пораньше, возможно, от всех дел, ну, соответственно, выиграть турнир, получить себе дополнительный какой-то бонус, титул и пойти радостно на выходные длительные. Поэтому, господа, будем вместе с вами, ну, скажем так, пропитываться этим новогодним настроением. Ну а пока давайте посмотрим рост коллективов, кто у нас сегодня будет непосредственно сражаться. Mm -hmm. Вот у нас мировой рейтинг показан 57-51, более-менее 50 на 50, возможно, Винстрайк. Успеют да. еще прыгнуть в конце этого года? Бондик и хоббита облепили молодые, вот что я понял, Винстрайк сейчас по возрастам. <свят> <свят> Если у Вислалын там все уже такие статные шперы, как дед седой ходит с бородой, всех бьет, говорит, как надо играть, то Винстрайк, безусловно, молодая кровь бурлит. Но мы видим, что по результатам они вот как раз-таки для Винстрайка сейчас пытаются дотянуться. Все-таки чуточку пониже в рейтинге находятся. Соглашусь. Но не сказать, что какой-то серьезный отставал. По КД есть у игроков. Средняя КД, конечно, у Вислоу не радует глаз 0.99. Но извините, здесь у одного Элиана только 1.23. У мейн снайпера коллектива Винстрайк. Такое КД. Да, и здесь серьезно, скажем так, конкуренция будет по снайперам. У нас двух этих коллективов. Да, мы выделяли на самом деле шпера. Uh, против uh, Против кого они у нас сражались? Против Пакта, насколько я помню, да? Против кого только они не сражались. Против Go. Это, вот да. последнее противостояние мы смотрели с тобой, да, 2-1 по карту у нас выиграли Веслоуин. Ну, там не сказать, что так... Uh... Сверкал Шпера на самом деле со своей снайперской винтовкой. Ну, понимаешь, там, там не было конкурента такого, перед которым надо было сверкать. А, а сейчас думаешь? надо молодого на место то поставить, поэтому Шпера будет сверкать действительно как никогда не сверкал. Но что тут сказать? Все круто, классно, конечно же, молодцы команды. Вот мы видим их состояние за последние три месяца и даже здесь, ну более или менее равные показатели. Не сказать, что здесь явный фаворит на самом деле. Что по винрейту, что по сыгранным картам, конечно. Конечно, небольшой перевес у Висла Крекова, да. Но мы с тобой уже разговаривали о том, что Висла Крекова большинство сейчас лик играет именно польских против... Но как мы выяснили, это им и не вредит. То есть, вот мы... Против тобой... польского коллектива, да. да они да, столкнулись да, против ЭГО. Да. Вот теперь посмотрим, как против СНГ коллектива здесь себя будут показывать 58 это действительно неплохо при 50 сыгранных картах винстрайк также позитивный винрейт по пистолеткам видим видим мы тоже самое оставляющее. ну везде 50 на 50 друзья да. и знаешь думаю ключевой вопрос который появился сейчас у нас с тобой у нашей студии у режиссеров у операторов что же скажете вы дорогие друзья что же скажете вы у нас по этому соответственно матчу и кто по вашему мнению будет победителем потому что чатик всегда оказывается прав Пускаем голосование. Друзья, увидите команды на своих экранах, спамьте их в наш чат и будем решать. Потому что именно от вашего мнения зависит, кто победит, естественно. Они играют а только уже по сценарию, который вы им напишете. Вот только последнее, на самом деле, противостояние, чатик не угадал. Ну, там Когда 15%, 15 процентов, да, сказали. Да. Ну, 15%, опять же, тут, знаешь, как исключение, подтверждающее правило, чтобы да, не соглашусь. спалили наш чат, mm -hmm. ребята там специально как бы один раз решили слиться по-быстрому. Вот 15.85 была ситуация. Ну, через несколько секунд мы уже узнаем ваши результаты. Пока же давайте пики-баны с вами наблюдать, что команды выбрали, что пикнули, что забанили. Вертига, слава богам! Все, все, есть разум еще на планете Земля. Так, будет Мираж от Вислоу Я смотрел от Винстрайк вместе, сидел э с Лешей. Вот комментировали с ним вместе. Винстрайк имели очень плохой винрейт, на самом деле, на карте Демираж. Но вынесли своего оппонента, когда пакт пикнули карту Демираж с счетом 16-3, насколько я помню. Там 14-1 первая половина была. Вот так сюрприз был для пакта. Это сейчас может быть очень неприятной новостью, безусловно, но в целом, если брать мира, что эта карта довольно балансна вообще в принципе в Counter-Strike и за атаку и за защиты, здесь все зависит от того, как вы подготовились к конкретному сопернику, и не будет ли вас для вас противник неприятным. Иногда такое бывает, что вы выигрываете против всех карту, но вот один конкретный коллектив он может быть ниже вас по рейтингу, там где-то внизу находиться шел Просто да. вот вы не подстроиться, можете подстроиться не может. под его тайминги, допустим и у вас эта карта отлетает, даже если она у вас профильная. Поэтому здесь не стоит делать выводы сугубо по пикам, это просто понять, какие у нас поля сражений предстоят сегодня. Для Винстрайк будет приятно играть такие карты, как Даст второе, как Мираж. Потому что там намного проще будет выходить на стрельбу, что не сказать о третьей решающей карте. Вот непонятно будет ли она, нет, потому что мы с тобой очень часто уже рассуждаем о третьей решающей карте, которая в принципе не приходит. Да, у нас 2-0-2-0, не так много 2-1 сыгранных матчей этого плей-офф, потом мы подчитаем статистику и поделимся с вами уже где-то там под финальные игровые дни. Ну что же, очень хочется уже прыгнуть нам в игру, потому что осталось совсем немного времени, но нам нужны результаты голосования, естественно. Пока же mm -hmm. еще у вас есть несколько секунд отдать свой голос тому или иному коллективу, мы с вами посмотрим винрейт эти самые. И Мираш прям для Винстрайк. Но у них, у них не так много сыгранных карт, наверное. 3-3 карты. Да, 3-3 карты у них сыграны за 3 месяца последних. Поэтому, да, вы можете ходить, бить себе пяткой в грудь, говорить, у нас 100% винрейт. 3 из 3 а там ходят ребята, у которых, возможно, сыграно 30 карт. Ну, я не говорю конкретно сейчас про Вистокарков, а про, допустим, Хаву, у которых действительно сыграно 30 карт <laughs> на да, каждой да, да. карте. И там под 70 примерно. А вот это уже действительно показатель, потому что когда у вас не доходит уровень сыгранных карт хотя бы до 10, эти 100%, там 80% винрейты, но они не столь ярко вас выделяют. Кстати говоря, вчера Хаву проиграли... Если нет, не ESL, а ESL Global Challenge на 3 решающей карте на Dust втором, ведя 11-4 за слабую сторону, за defense перешли на вторую сторону, причем они отыграли против Riot Squad. То есть это North Америка. Кто ставил на это противостояние, мне жалко ваш кошелек, парни. Опять же, мы об этом говорили уже много раз, только что сказали. Может быть, просто неприятный соперник это раз. Да, Во-вторых, да, да. даже когда вы видите счет 11-4, не стоит думать, а, это легкие. Мы тоже уже так один раз видели такую ситуацию, когда со счета 13-5, по-моему, был камбэк до 16-14. Висла да, удастся 13-5. Это нечто просто. Поэтому, господа, все возможно в мире Counter-Strike, и сейчас все очень-очень, скажем так, качается на волнах в плане стабильности mm -hmm. тех или иных коллективов. Mm -hmm. Ну, все логично, опять же. За Винстрайк просто чуть больше подтопили, типа, наши, да. Понятно, понятно. Все-таки больше, мне кажется, зрителей все равно топит за СНГ коллектив, все верно. Mm -hmm. Все, кстати, официальная новость вышла, то, что Virtus.pro подписали себе стак ангар. Наконец-то, вот ждал ее, на самом деле, очень долго. Ну, Но это новость, которую ждали все, наверное, для того, чтобы Virtus.pro как-то воспряли, и это действительно необходимо коллективу. Мне нравится это решение. Мне нравится решение, что они перестали цепляться за какое-то прошлое. Они просто вот отрубили все это, сепарировались, сказали, ребят, у нас новая эра начинается, вот мы взяли авангард. Сколько это должны... продолжалось, на самом деле, серьезно, то, что они меняли каждую частичку игры, каждого игрока меняли. Кстати, ничего не получалось. Все, да, молодцы, поздравляем, конечно же, стак авангард, теперь они про И сейчас нужно поддержать и игроков, соответственно, и э, саму организацию, потому что это будет непростой в любом случае период. Сейчас все будут пристально смотреть на про И Авангар, э, ну, вот состав, если мы берем, у них огромнейшая ответственность на плечах. Огромная, проблема. Поэтому не удивляйтесь, если результаты начнут не сразу демонстрироваться, потому что нужно немного пообвыкнуться, как-то войти в русло вот этих всех давлений. И э, я думаю, что результаты какие-то стабильные мы начнем видеть там, может быть, через полмесяца-месяц. Особенно учитывая, что сейчас новогодний это пора, и вообще непонятно, что по турнирам. На самом деле такие результаты очень редко показываются, как это произошло с Evil Geniuses, когда Energy подписала, точнее, ЕГЭ подписала стак Energy, и все, после этого просто одни победы идут, даже против тир-один коллективов, они первый же турнир без поражений выиграли, но такого наверное некоторые болельщики ожидают и от Virtus.pro, друзья, возможно, будет и так на самом мы деле. Только мы только будем, рады будем, конечно будем, же, слово. всегда радостно, когда воспринят такой тег, мы уже об этом с тобой говорили на прошлых, и Эфирах, что очень грустно, когда эм, некогда знаменитые теги, они для... Вот ты приходишь, вот просто человек, который смотрит, не знаю, киберспорт лет 10, начинаешь говорить про Virtus Pro, а тебе парень, который последний год только смотрит за Counter-Strike, говорит, да кто такие Virtus Pro, господи, это вообще не игроки. И тебе просто, у тебя сердце разрывается, да ты что, ты что такое говоришь? И вот, возможно, сейчас авангар тег, соответственно, выведут на, ну, такой значимый статус и для молодых зрителей. На это будем надеяться, друзья, пока что интересно интересно узнать, что там, возможно, некоторые технические проблемы у игроков. Да, у нас, да, у нас вот как раз таки говорят, что сейчас будет уже на живой раунд разыгрываться, господа. Поэтому у вас буквально несколько секунд осталось быстро сбегать за чаем на кухню и возвращаться уже сюда. Вы опоздали, потому что у нас на живой раунд. Так, мапстат показывают стороны, соответственно, 53. Пока что превалирует немного атака. Ну, в принципе, мы уже много раз видели, как, казалось бы, сильная даже сторона на какой-то карте не могла доточить необходимые там 4-5 раундов. Пока же на живой раунд проигрывается. Винстрайк и вместо Краков смогут выбрать себе комфортную сторону защиты, наверное, все же. Вот, за три карты статистика, соответственно. То есть мы отмечали уже то, что по пистолеткам все очень плохо у Винстрайк. Но даже несмотря на пистолетки, они очень легко выиграли противостояние против Пакта. Я не знаю, на самом деле, какие нервы надо иметь Висла Крэку, чтобы не побояться пикнуть такую карту против Винстрайта. Мне кажется, что всем этим статистикам, вот когда показывают пистолетные винрейты, не хватает еще одной строчки. Строчки, взятых... Форсов после проигранной да. пистолетки. Потому что вот данный шаблон статистики он в Counter-Strike уже я не знаю, сколько лет лет 10, наверное, вот тоже. А игра очень сильно изменилась. И сейчас ставка огромнейшая идет на второй раунд, когда атака, если она, они поставили бомбу, то у них вообще полный лакшери, практически. Они все, у что них хотят, чуть ли не лучше, чем у КТ будет. Да, на да, самом деле. да, да, да. Да и защита может спокойно отыграть, потому что изменились девайсы. И в целом уровень игры, уровень исполнения от игроков вы Вырос. То есть они научились работать на контакте. Можно выщелкивать щелбанами противника. Так, ну вот и противостояние начинается, друзья. Что ж, у нас пистолетный раунд. Начинаем смотреть за дифенс Ближайший 15 раунд от веслоуин. В атакующей стороне будет у нас винстрайк. Опять-таки, друзья, хочется отметить, это пик именно вислоу Поглянем, что они здесь приготовили в дифенсе. Джеткер у нас будет единственным саппортом. Пара флешек на ретейке, диффуз киты и. Всего лишь один саппорт кубита, всего лишь одна флешка, но дропнул по 250. Две штуки. Шпарат Смотри тут... саппорт. Шпера сразу же. Первый выстрел в этом противостоянии Шпера против Элиана, и он попал по нему, говорит. Я все-таки жестче. Да, 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 да. открытие, отлично, Крис, но уже забирает, начинает отстрелить по Лаке, лаки 60 хп остается, и самое главное, есть информация по игрокам под точкой Б. Стягивают сюда силы Висла Еще одна флешка залетела от Потрясающая игра здесь от Мини, на самом деле. Саппортом хорошо сыграл Житкьюэр, пара флешек накинул кстати, Два минуса под эти флешки уже сделал Но в результате 3-4 ситуации Все еще можно посражаться Все еще 2 по 250 остается у Винстрайк Но теряет свою жизнь Лаки И 2 в 4 уже размансовать это будет проблематично Но на самом деле заняв коннектор Хотя здесь тоже Моралс контролит mm. Все закрыто пока что для Винстрайка ну Вот сейчас Моралс отступил по крайней мере с кассы И тайминг именно захода Элиана в коннектор Он пропускает При этом выносит бомбу через яму Это неплохой шанс Винстрайк поставить бомбу Заработать деньги, если не успеет сработать игрок с кассы. Это сейчас все, на что надо надеяться, на самом деле, для Винстрайк, потому что там в спину несется уже Шпера, и без проблем раунд будет закрыт, 100%. Но вот бомбу, поставят. Поставили, молодцы, все. Свой минимум уже выполнили, будет в случае чего full force. Но сейчас поглядим, что у нас Шпера придумает спине. П2000 врывается в адапчик по бондику. Элем последний, 1-4, п 50 в руках. В результате огонь в душе, один минус есть, но там бомба дефается. Воу, Элем, успокойся, мини уже он похоронил, остается Джигар, Джигар, задефьюзил бомбу. И а, раунд выигрывается. Ну, смотри, армор есть у Эллина 3450 долларов. Вот э, да можно все, сейчас калаш спокойно... в руки, раскидку, и побежали вперед. Его. Крик даже себе забрал ни в чем себе не отказывает. В принципе, на какую-то там гранатку хватит ему в довесок. Видим, что пока на лутбете ставят больше на Вислой лын. Ну вот сейчас будем отталкиваться от фулл форса, на самом деле, здесь, как мы уже и говорили. Два калаша, крик, пара диглов, ну и, в принципе, полетели винстраки ближе к точке А. Всего лишь один лаки у нас сейчас будет под медом, но будет играть на информацию. Уже получает хорошую хаешку по себе, так как это играет он без армора. Будет проблематично здесь куда-то идти. Вот ждем звено с андеграунда. От хоббита это будет своеобразный сплит, то есть выход по точке А, еще и коннектор будет включать. Ну, жесткое укрепление на точке А, конечно, у Мисла Лин. При этом уже есть минус по Элиану, а у него-то были ресурсы. Шпера. Неплохо. Начинает доминацию сейчас против снайпера. Атакующей стороны в результате отзонили пока что Пит. Но вот надо хоббиту либо лаки вернуться сейчас за этим девайском, который потерял Элиан. Там пару немножечко продавили по здоровью, при этом с Ямом по-прежнему никуда не выдвинулись Винстрайк, они пытаются выйти под Тетрис, Бондик работает на контроль вторым номером через ковры, под навесом сидит Шикэр с Фомасом. Хороший сетап на самом деле по позиционке от он вряд ли прочитает даже позицию между, то есть под апартаментами это чекнут. О -о -о -о. Вот это миллион ему смотри, Лаки просочился. Ох, Крис, он как развернулся на 90 градусов, он то есть мог... это знаешь своеобразный ленивый чек был, когда он вроде проверил, отвернул. Но все равно там дал. Так, мини выбивает бомбу. И вот это уже интересно. Конечно, здесь лаки подоспеют. Должен либо минусануть сейчас джангл. А кавер-то будет? Да, все, есть прикрывающая звено в лице Бондика. Ну и с КТ последний кейпер будет открываться под... Тетрис, ну хочешь хотя бы Очень одного тяжело, игрока очень тяжело боксом. Он. Даже если он одного забирает, то потом должны разворачиваться у него с ковров. При этом на коврах остается у нас играть Бондик. Бондик 32 хп. В принципе, теоретически какой-то шанс есть. У кайпера а Кейпера. открытие... китов нет. нет. Входит от крачки. Пока сыграть. Кризан минус по кайперу. И вот к чему ведет да, эта да, статистика да, да, пистолеток. Да. Можно ее взять и выбросить в окно. Никакого смысла. Преимущество, потому что раньше пистолетки, вот мы с тобой говорили, они давали жесткое преимущество, там, в три раунда, допустим. Сейчас нет. Потому что они давали по 1400 долларов. 1400 долларов. Теперь дают до 1900, и спокойно, благодаря постальной бомбе, делаешь full форс. А при 1400 что? Ты делаешь фулл форс с пистолетиками, потом у тебя экономические с глоками. Да и, в принципе, 3-0 все время начинает, конечно, команда, которая выигрывает пистолет. Но здесь совсем другая история. У нас здесь 1-1, читатели Underground, ну, в принципе, слушай. Просочился один из игроков, на самом деле, но Винстрайк должны понимать, что по спавну всегда проходит звено Сандеграда. Отлично! ЧТКР тут разменял Кризона, в принципе, но Лаки удерживает преимущество для команды Атаки, бомбу можно выносить под точку А. Два игрока серьезно убиты от Винстрайка, это Хоббит на 31 хеллспоинте, Элиан на 30, убойный девайс, конечно, есть. Так, Мини, дал информацию о своем местоположении, сейчас должен как раз-таки Бундик начинает совершать агрессию, потому что сайт очист, а, но нужен информатор, который соберет об этом инфу. Бонди, красавчик, минус джангл. В результате сейчас чекнет сайт. Скажет, ребят, здесь вроде как чисто, и надо будет за контроль только Т. Хотя Бондик здесь еще и люркующим звеном отыгрывает. Выход-то под Б. Ну, вот бомба разворачивается сейчас из-за того, что информацию собрал Бондик, что никого нет на точке. Но вроде бы должен сходить Лаки до Б и проверить ее. Да, да, Лаки сейчас должен также проверить. Так, слушайте, они скажут: Да, и здесь вроде как чисто Бонди хорошая. Слишком стриба. легко. Слишком легко для Бондика. Сейчас все это выглядело. Хотя, казалось бы, Вислолын должны под размен хотя бы его убивать. Но жестко стреляют сейчас Винстрайк. 2-1. И денег не остается у защиты. Это игра с губа на юспиках. Это бонусный для Винстрайк. Mm, причем странно то, что Шпера даже когда отыграл Full Force, не оставлял хотя бы себе 600-700 долларов, чтобы закупить АВП. Соответственно, дуэли снайперов мы не увидим в первом же Бай раунд, если, конечно, сейчас вот этот раунд не выиграют здесь с одним под 54 метров фулдными пистолетами. Ну, убежали в, по я, конечно, по сомневаюсь. укреплять ее, мол, повезет, отлично, загрызем, возможно, парочку калашей, утащим их прямиком в пятый раунд. Тоже дело хорошее. Туда же идет, кстати, кризис сейчас. Или он работает на зигзаге, может подставиться на затылок, но не выходит висло лына, не остаются прям под точкой Б Талова. Сетап не меняется на самом деле у Strike. Что они играют анти -эко. что они отыгрывают антифорс. Мне кажется, на байраунде могут также от цвета попробовать. Хоббит не увидел, вроде все, теперь увидел. Полная информация есть. Кстати, пик правой стороны. Один минус есть. Но да, затыкают, кстати, одного из игроков. Лаги падает. Так, в дальнейшем хоббит расстрелялся. Ладно, есть минус. Но понимает уже то, что это, конечно, было не то, что стак. Это было укрепление, потому что здесь все еще Шпера. И Шпера нашел минус на Элиана. Шпера, конечно, сейчас просто <laughs> доминирует да. против Элиана, который раз уже. Но опять же, на пистолетке, допустим, пусть первый дэмэдж найдет Шпера, Элион все-таки выиграл э, потом его на P250 уже под точке Пусть раунд и проиграл по итогу. Это знаешь, личная виндетта, какая-то у двух игроков ознаменуется на данном best of three. 3-1, пока Винстрайк действительно чувствует себя очень хорошо, у них есть деньги в запасе, там 3,5-8 тысяч долларов даже имеется у Хоббита. Защита закупается кольтами, а ВП есть у Элиана. Интересное решение Ашпера, закупить второй армор. Хотя понимал то, что в предыдущем раунде не было ни одного игрока с фармилкой. То здесь убойный девайс? Ладно, шлем ему здесь не поможет так или иначе. Так, в результате врыв под а, мид у одного из игроков. Господи, все был все друг с другом поздоровались. Моралс так или иначе нашел помфраг по лаке, но здесь агрессия на миду была. на самом деле Кризен в грамотный тамик мог бы сместиться по точку Б. Там фаст врыв какой-то был, там был всего лишь один игрок в бэксаде. А так все равно оставляют одного кейпера. Если он сейчас тачку прочекает, Кризен, то это легчайший раунд должен быть. Ну, Кризен отходит назад, при этом смог сейчас начнет развеиваться Потихонечку Кейпер спрыгивает с машины, не рискует, но Кризен выцеливал его голову, поэтому решение правильное. И теперь вопрос, Пов... все спалились? Ну, лучше не прыгать сейчас, Кейпер. Повезло Кейпер на самом деле, потому, да. что он на эту бочку не запрыгнул? Просто не знаю. Везение высочайшего уровня. Открытие, пад, Firebox жидкий падает, Эллен реализовывает свою, свою снайперскую винтовку, в результате только мини здесь на тикет-боксе у нас остается. Ну, в результате смотрит на рекламку лутбета и говорит, мне норм. Тяжеловато, пока идет Дэвис, вообще не могут они по стрельбе соперничать с командой Винстрайк. Бондик на сэндвиче, он отвлекает на себя сейчас внимание, Буму по-прежнему Винстрайк не выносят и ждут еще какого-то действия от защиты. Что ж, по банкам играет у нас сейчас Вислоу Лин. Э, принимают втроем укрепиться по точке, в случае чего убегут на сейф. Но так или иначе, здесь даже если Шперес сейчас перестреляет одного из игроков около стерсов, и он его перестреляет, то в дальнейшем уже выход будет полноценный именно по точку Б. И понимает, на самом деле, сам это прекрасно. Шперес сейчас притягивается через андеграунд. Но бомба уже будет поставлена, и Б апартаменты должны будут контролиться уже в тот тайминг. Подходит сюда Висло Лин потихонечку с кухни. Встречать будут Кейпер и Миньо. Заказываем ну, там ä, Кризен, просто не будет открываться, нет никакого смысла в этом. Либо, когда флешку там тиммейт, например, откинет. Все, слышит топ от Кризен, безошибочная стрельба против Кейпера. Есть информация, то, что там находится еще один из игроков, или хотя нет, информации нет, Мини не стрелял, не топал, но все равно подозревает об этом Кризен. Кризен, какая стрельба, даже будучи на лоу хп, с 12 перестреливает мини. Ну да, то, о чем мы с тобой и говорили, на самом деле, то, что вот Мираж и Даст второй, это хорошая карта для Винстрайка в плане того, что легко выходить на потенциальную стрельбу. То есть, им неудобно было играть вот тот самый Inferno, на самом деле. Потому что ты вроде как выходишь на банан, ты уже получаешь тотальный дэмэдж от хаешек. Выходишь на мид, там кроссфайр, Вроде как не можешь сосредоточиться на только одной позиции. А здесь уже 4-1 Winstrike, даже несмотря на то, что у них опыта по сыгранным картам намного меньше, чем у WeSlowLin, пока что могут оправдать свой винрейт, сто процентов. Абсолютно, абсолютно, потому что очень и очень все выглядит для них сладко именно в плане перспектив. Опять они играют против слабого Бая Висла и Лыны. ну, если и так не получалось, я не знаю, что сейчас должны сделать эти польские диглы, чтобы остановить Винстрайк. Посмотрим. ЖДКР опять же у нас играет один под ямой, но при этом быстрый врыв от команды Винстрайк. ЖДКР все это дело услышал. Но... Такое чувство Кризен в прямом смысле слова идет по головам. Он подошел и раздавил ботинком голову сейчас опорника точки. Причем, правда, нет какого-то звена от Винстрайка, у которого <coughs>, пока что не летит по стрельбе. Так, Моралс, есть минус. Мини. Очень хороший момент. То, что он подобрал именно К-47. Не стал стрелять в зигла. Там бы мгновенный размен был Кризен. Да, нашел один минус. Конечно, его разменивает Кейпер. В дальнейшем Он один в три ситуации. Нашел один минус. В принципе, бомба под рукой. И правильно, там Моралс. Шпера. Шпера! Опять АБП. в очередной. Дотянется, не дотянется, не дотянется. Эть, последний момент, успел, кажется, успел. успел запылесосил снайперскую винтовку противника, как трофей действительно сейчас это смотрится. Менее красавчик, правда. Но его не ожидали на этих таймингах, что он так успеет просочиться под искром. Но в плане того, что он имеет дегл в руках, да, он открывается по спине своего оппонента, и вместо того, чтобы дать выстрел, он подбирает окастру всему и находит два минуса. Вот это было круто. Так, э, коэффициентики говорят, что уже небольшим фаворитом является WinStrike. 1.66. Прямо на них сейчас на рак карты Демираж. Полетела хаешка на старт. При этом Лаки подходит под коннектор и пуш ямы. Серьезно, Джикар сразу же добрались до девайсов и решили понаглеть весь лолин. Mm -hmm. Укрепление вдвоем здесь у нас даже в питу. Конечно, имеет об этом информацию игрок номер 9, это Бундик. Бундик прям любит эти апартаменты на самом деле. Пока что сетап, ну та так тотально не меняется. Занятие опять меда двумя звеньями от Twin Strike. Открытие от криза, она забирает. единственное поника там только на зигзаге у нас находился мини. И, на самом деле, ну, кризом просто не стал рисковать. У него у самого 8 хп и близко был мини, чтобы его сейчас добить. Ну, рыв уже через коннектор Шпера не читает этот момент, насколько я понимаю, то что слева у нас находится у нас лаки. Ну, тут Опасно. вопрос, насколько он будет долго в скопе именно сидеть, а он сидит прямо на контроле парапета. Но сейчас Макита заканчивается, и все самое время, как бы, хотя бы в ну, единичный скоп взять. Ну, на самом деле, всю перетяжку может надо здесь закрывать лаки. <связанная> Эля, ну как обидно, как обидно для Эля на в этом моменте. Попал, конечно, Паш по Пера. Er. Здесь уже включается мини, минусуют лаки. И сейчас уже мини получает информацию, что это не тот игрок. Лаки-то у нас точно не стрелок с АВП. Ну и сейчас переключается уже. по точку Б. При этом никого там не будет, за исключением мини, нужно срочно перетягиваться Шперу хотя бы, остальные не успеют. Им нужно в спину заходить или через ретейк там зигзага. Так вот, у шпера и есть информация, том, что Эллиан был в коннекторе. Элиан сместился уже. Мини. Хорошо, находит еще один минус. Минья. Вырубает еще и Хоббита, бомба падает. В результате Элиан очередной. Миньо! Эй, сейс, добрать на машине, но Шпера подошел, да и. Друзья, посмотрим мы с вами небольшое включение от лутбета. -bet made for live betting. И, опять-таки, снайперская дуэль была выиграна именно Шпера. То есть именно он минусанул Эллина, когда тут выходил через Б-апартамент. Эллен, конечно, попал, но вот Шпера его настиг даже 17 хп. Да, у нас здесь экономический раунд, здесь у нас Глок и П-250 остается. Найти бы в результате 1-2 минуса было бы уже неплохо. Ну, продолжает играть крайне агрессивно, при этом в соло, без размены. Если он здесь умирает, он отдает девайс. И пытаются придумать Винстрайк, как им выйти со стартом. Идут прямо на прицел этому опорнику направления. Скажем так, его еще и прикрывает там в спину. Первого убил, второго убил, но слишком легко. Легко. Квадрокилл, потерял всего лишь 24 хп. Ну и вот сейчас, на самом деле, будет весьма важный раунд для боя коллективов. В плане того, что вы опять будете давать серию и винстрайк. Могут отдать серьезную серию в плане того, что они проиграли экономический раунд в первую очередь. А после этого уже байраунд, раунд еще один бай-раунд, здесь уже эко было. Но сейчас будет, опять-таки, все вкусности. Есть АВП, есть АК-47, показывают нам самых хороших игроков. Ну и сравнивали, опять-таки, с Кризаном. Я не удивлен, на самом деле. Кризан здесь очень много добра показывал. Ну и что, какие здесь изменения в стратегии будут? Винстрайк, опять-таки, пушится андеграунд. В прошлом разе это прокатило, на самом деле, от Вислолы. Непонятно, сейчас будет это так тотально контролиться или нет. Отправляется еще одно звено в андеграунд. Лаки сейчас мог бы с обоими поздороваться. Элиан, опа, враг Пашпера. А, все-таки может тоже работать. Кризан, есть минус. А где второе ты звено в андеграунде? Сместился уже? Прям о, не могут определиться, кто сильнее. Прям в каждом моменте перетягивает одеяло на себя. Моралс убивает Лаки. Моралс подходит еще и на голову. Он ну, сейчас его будут со спины давить на свечи девайса. Как бы не поймал его Кризан. Но тайминг словил позитивный для себя. Сплит точки А планируется. Вот непонятно, мне звено Элиана. Он покажет контроль Б апартаменты. Вот пошел Кризин гулять. Он сейчас займет очень важное позиционирование. И может даже игрока в Ладруме, в случае чего поймать, если тот будет забираться по лизнике. Это у нас кейпер. Но пока что... Закрывает всю перетяжку. У нас здесь Кризен, очень важная позиционка. Бомб будет установлена 100%, не сможет предотвратить это же QR. Будет откидывать смог и пока что максимально сейвится. Поймал Кейпер на топ-миду. Моралс перестреливает игрока, который... Что? Не остается всего-навсего два игрока. Винстрайк, которым приходится уходить в закрытую. При этом мы видим, что Бондик уходит, видимо, через коннектор атаковать в спину. Хоббита прилетает хаешка. 56 хп, гранат у него нет никаких, можно просто садиться на дефьюз. Сейчас будет в команде Веслолын. Неприятно, определенно. Но смотри, навелся очень хорошо, на самом деле, на бомбу. В случае чего может еще здесь понастреливать. Так. Время очень мало. Либо вы сейчас прямо начинаете дефьюзить, либо проигрываете раунд. Веслалын должны близко, это понимать. Близко, близко. Хорош! Хоббит! Можно еще одного попробовать забрать. Давай, давай, давай! Открытие! Нет. Кейпер закрывает хоббита, хотя был очень близок. Очень на, близок. В последней секунде буквально дефизили бомбу. Очень тянули весла Лэнс с этой попыткой. Но самое главное удерживать для себя серию, естественно, за защиту Винстрайк. Бомбу поставили, деньги у них есть, но 3800-3900 это не совсем, ну, скажем так, шикарный бай. Потому что вот мы видим Лаки покупает второй армор Калаша, у него денег не остается вовсе. 3 в 5, насколько я помню, выигранный раунд сейчас был для Вислоула. Там нашел лопам фраку на Селиан и Андеграунд минусанул Кризу. И все равно Вислоула огрызаются, показывают все-таки хороший КС. Но это за этим приятно наблюдать. Так, Шпэрам, занятия зигзага, будут открываться потом и Лаки. Отличная стрельба, не подводит его в этот раз. Один игрок в окне, врыв под флешку. Ну вот больше дисциплины мы сейчас видим. Стрельба, конечно, не, не такая яркая у Вислоула, но больше да. дисциплины. пиков по флешке. Мы это увидели даже в пистолетке. Кризен пока пытается выйти по точку Б. Здесь же увидел голову и настреливает по минио. Минус Б у команды Вислайлин. Кейпер остается на зигзаге. В принципе, МДКР где-то неподалеку. Под Дальпаном и... Че бум это там делает вообще, скажите? Не знаю, чтобы Кейпер нашел. А, это был байт. Это был байт. Вот это да, за такое здесь авангар. Уже должны понимать, кого надо подписывать. МДКР пока у нас смотрят но он уже просто, видимо, с командой обсуждает, что делать в следующем 11-м раунде, потому что понимает один против четверых с бомбой под контролем команды Винстрайк. Просто Винстрайк вымышленных соперников видят за каждым углом сейчас. Нужно за бомбой сходить, поставить ее. Причем Хоббит очень осторожничает сейчас, очень осторожничает. Он чекает каждый угол прямо сейчас, мы видим по передвижению карты. Потому кстати, да, забирает бомбу, понимает, что последний игрок сейвит, и все равно все чекает там. Ну да, друзья, это пятый раунд Левинстрайк. На самом деле приятен момент. То что Висло за последние выигрышные раунды они не теряли так много девайсов, они укрепились по экономике. Уже Кир вообще 10 тысяч долларов будет. Здесь раздропа, и даже АВП может шпэра кинуть. Найдут ли его? Вот в чем вопрос. Да не так важно, на самом деле. То есть, даже если не засейвить, не так критично. Да, то есть он сможет в любом случае и снайперскую винтовку купить, отдать, и при этом сам еще будет там с девайсами еще и деньги останутся. Но мы понимаем, что впереди-то еще 5 раундов, поэтому э, каждый лишний там 5000 долларов абсолютно не лишние для защиты. Mm -hmm. В результате опять-таки мы видим, вроде как весло э, в грамотные моменты могут воспользоваться позиционкой, хорошим таймингом. И вот этими пиками под флешки, то есть больше тимплея у Вислоу Лин. Мы-то помним их еще как адвокатчиков в результате, что выигрывает в раунде именно потенциальная стрельба Винстрайк. То есть, момент, либо Винстрайк могут в грамотный тайминг воспользоваться своим потенциальным скиллом и выиграть раунд, либо не могут и этим уже пользуются Вислоу Лин. Благодаря каким-то пикам под флешки, какой-то излишней агрессии. Ну и будем глядеть уже за следующим. Да, все-таки бай и смотри на последние деньги. Да, Хотя мы выделяли деньги же QR. Ну, он очень. Он два девайса раздропал, потому что все смогли закупиться гранатами. Прям очень все хорошо. Сейчас у веселы, но ставка именно на 11 идет максимальная. Взаим уходит под точку Б, под точку А3 игрока. И именно им придется принимать основной удар команды Винстрайк, если не изменят те направления. Или он очень нагло выходит вперед. Там, кстати, полетели гранаты. Кейпер Миньо так, а где у нас Шпера? Шпера, Куда он потерялся у нас здесь? Шпера у нас холдит апартаменты, где все время отыгрывает Бондик. Ну, в принципе, начинает немного подстраиваться весь слоу-лин, но под потенциальный скилл Винстрайк, я не знаю, как под эти вантапы, ферст шоты. Mm -hmm. Тут даже сказал, тайминги, да, тоже очень-очень тяжелые для того, чтобы их поймать. Разворачивается, кстати, Винстрайк сейчас, возможно, будет выходить под точку Б. Кризен в подвале. Тут же находится на Слаке. Mm -hmm. Стараться от первого минуса отыгрывать Винстрайк расположились очень приятно. Здесь вроде как и лаки будут на контроле коннектора, в случае чего его вот пытается как-то схитрить в этом моменте. Смог еще накинули на внешнюю сторону коннектора. Это тоже приятный момент. Можно проходить спокойно зигзаг, но это байт. Это байт, то, что сейчас будет проходиться зигзаг. На зигзаге никого не будет, а мини-то отвлечен. Приятный момент. Лаки находит опом фраг по снайперу коллектива Веслоу Бондик сейчас может под апартаментами и чекнуть. Было бы очень грамотно. Флешку откинул игрок, все по нему есть информация. Десантура, Бондик минус. Лаки минус морл. Ну и что-то прям не полетело. Полетели головы с плеч весло Остается мини-кайпер, и бомбу можно выносить под точку. Абсолютно спокойно. Если начнут перестраиваться опорники Бапланта, винстраги зажмут их в спину. Да, здесь уже спокойно Бондик подошел. Он на контроле КТ. Здесь э, дело в том, что уже вот два игрока сконцентрированы до сих пор на АБ-апартаментах, потому что... Что? Потому что надо выбивать девайсы. Нельзя позволять сейчас сейвить им ни в коем случае. Это понимает Strike Отправляет звено из четверых игроков на поиски, смотри. Это неплохо. Всегда под размен. То есть либо с точки... Либо с апартов, либо с кухни вы зайдете, и кто-то погибнет, другой разменяет. По крайней Дальше. мере, будет достигнут результат, ради которого были эти жертвы. Должен быть достигнут, да, определенно. Сейчас и даже некоторая раскидка остается. Ждать. Молдов полетел. Минья в упорной позиции. В китчене перестреливает Бондика, но здесь размен. Да, это о чем ты и говорил, на самом деле. Кейпер последний, ни одного минуса не нашел. И легкий раунд, на самом деле. Легкий раунд для Винстрайк. 6-5, денег нету защиты в очередной раз. И это бонусный сейчас будет. Лаки, кстати, не первый и не последний раз на Лутбете отмечают как а, топ игрока по энтрифрагам. Он это показывал нам также на Вертига против коллектива Пакт два дня назад, когда отыгрывали они Эта статистика демонстрирует очень большую ответственность игрока вообще за свою роль и э, стиль игры, то есть если ты первый находишь энтрифраги, значит ты первый врываешься какие-то перестрелки, значит можешь да. стать тем самым энтрифрагом, и мы знаем, что процентный винрейт после, э, ну, энтрифрага он около 70% да, процентов. Да, да. все верно но бывает противостояние, когда фраги даже ничего не значат. Да. Но мне кажется, это совсем не то противостояние. Ладно, будем глядеть, что у нас здесь. Не дефолтный пистолет и юспик от Есть всего лишь один армор от Кейпера. Давайте глядеть, что у нас здесь. Возможно, покажут что-то веслолы, лолы. Но никакой заготовки даже нет. Ребята стоят по одному. Соответственно, ни хелпы, ни современного размена не будет поступать. И это грустный момент. Кроссфайр организован. Винстрайк пока не выходит через ковры. Винстрайк пытаются действительно собрать какую-то информацию. Лаки поднимается в коннектор. Очень смело, потому что сейчас вот Миню мог выйти, но Лаки уже просточился под стеночку. С джангла не выходит. Висла постоянно кружат игроки защиты. Не могут найти себе место. GDK решил поджать. И Бондик находит на трифраг. И все звено Висла смещается сейчас по точку А. Как и Винстрайк на самом деле. Не сказать, что лоб в лоб будет. Но все-таки понатыкать комариными укусами могли бы и лолы. Но теряет свою жизнь Морлс, также Кейпер. И в результате на КТ всего лишь один игрок, второй в джангле. И Шпера имеет возможность минусануть снайпера. Вот просто на снайпера сфокусировался. Но не получилось. Лаки на хелпе был. Забирает финальное звено. Это был Шперо. И в одном шаге сейчас инстрайк, дабы выиграть первую половину. Если они выигрывают этот раунд под номером 13, то 14 они должны получать бонусом для себя. И это будет уже очень и очень хороший счет. 9, ну, потенциальный там 6, допустим, для Вислолын, если они все-таки возьмут 15 -ый. С одной стороны, мы с тобой можем сказать, то, что Винстрайк в каком-то контексте выигрывает сейчас экономическую войну, да? Да, безусловно. а с другой стороны, мы можем сказать, то, что Винстрайк могли бы брать уже больше раундов, если не проигрывали экономический раунд. Ну, поэтому сейчас все более-менее 50 50. Опять-таки, пик под флешку. И опять, который раз мы уже видим, то, что под флешку рвается Морлс, но со стрельбой у него не так все в порядке. Кстати, Такое надо. чувство, как будто бы он думает, что первыми этапами он убьет, не убивает, и потом начинает тут вот просто уже в пол заводить прицел. Да, что-то похоже. Так, мини, кстати, через Underground станет сюрпризом для снайпера. Это определенно минус для него. Так, минус Элиан. Не прочитали в этом моменте, конечно, винстрайк. Но должны понимать, что всего лишь один опорник. Если поджат Underground, всего лишь один опорник по точке Б должен находиться. Но нет, пока что. Не понимаю до конца или подозреваю, что здесь укрепление своеобразное по точке Б. Но если бы урвались, то под размен бы определенно забрали Кейпера. Так, 4 в 4. Лаки. Но он опять-таки сыграл опом фрагером и забирает уже еще и второго игрока. <coughs> Меня также падает. При этом продолжает удерживать центр. Открытие кейпером. Есть фраг. И таким образом бомба будет поставлена. Другое дело, что Шпер может перехватить здесь Бондика. Бондик. Нет, Шпер разворачивается сразу же под ретейк через зигзаг. Быстро пытается выйти. Молтов мешает это сделать. Но насколько я понимаю, Бондик услышал одного из игрока на топ-меду. Кстати, передропы девайсов. И еще раз передропы девайсов. Ребята, долго вы это делаете? Бондик мог найти сейчас же но благодаря более убойному девайсу от поляка. Это минусы. в результате, да, так или иначе, это восьмой раунд и победа на первой половине, с чем мы их и поздравляем. Но ШПР забирает здесь снайперскую винтовку. Крик, от которых можно будет совершить дозакопку, вряд ли, мне кажется, будет экономический раунд. Ну просто если вы сейчас э, закупитесь то... и проиграете, то будет еще обидней в пятнадцатом, где у вас уже денег не будет совсем, и вы отдадите там 10 раундов команде Винстрайка. 10 раундов за атаку на Мираже это много. Ну да, в принципе, могут сейчас сыграть с двумя бойными девайсами, потом с тремя. А, точнее, с пятью уже, да. О чем это я? Нет, все-таки раздроп, смотри. Два кольта дропнули, понимая то, что дальше уже Винстрайк ни в коем случае отпускать нельзя. И тем самым коэффициентики говорят, ребята, далеко вы их отпускаете. 1.33 на 3.15. Ну, все еще возможно, скажем так, исправить для Висла Лин. Ничего Опять страшного да, не да. случилось. Поэтому 3.15 это может быть даже где-то перебор. Но ну, тем лучше для вас, фанатов, я не знаю, Висла Лын, переходите по ссылочкам аннотации на лутбет. Делайте ваши ставки, ловите лайф коэффициенты GDKR пока у нас пытается поймать. Не полетела стрельба. Мне кажется, это вообще как лозунг для команд Висланды. Не полетела стрельба. Кстати, тапочку видит Лаки. Опять-таки сыграл по Я опять хочу статистику. Вот примерно раундов через пять. Вот мне интересно будет посмотреть, сколько же опом фрагов набил Лаки. Что это за царь батюшка, правда? Он на вертига набил 8 или 9 энтри фрагов. Я только уже не вспомню, на самом деле. Кстати, Лаки. Ему мало. Ему мало. Он только с пинкой бы сейчас Смаки заканчивается. Да, я, я в один момент поверил, что Лаки убьет его, честно. Потому что первый хедшот не залетел, и GKR уже развернулся. Там уже ну, было да. видно, как глаза загорелись. Да. На, они вот это я сейчас думал убийство будет. Но смотри, перетяжка основного звена вот этого паровузика Винстрайк. Под точку А с плитом, на самом деле, через андеграунд, коннектор и два игрока. Куда у нас полетят? Через апартаменты. Интересно то, что Пит не будут подключать. Это тоже информация для шпера. Шпер это говорит: да, ребята, там чисто никем даже не пахнет. Ну сейчас э, вопрос к джигару, который просматривает по идее своим своей СГшкой выход через ковры именно убили Кризана. Уходит, уходит GTKR с своей позиции, это возможность вынести бомбу, самое главное прочекать шпера, если шпера убьете, тогда у вас появляются шансы, но не смотрит вообще игрока под ямой, и а э, еще шпера, глубже да, Ну зам... да, молодец, молодец, на самом деле, грамотное решение, то, что он будет хадиться в этом моменте, находит один минус, и два в четыре, на самом деле, да, мы он поставили, но Хоббит, судя по всему, сразу не понял, где находился шпера. кстати, Эллен, да... Бомбы поставлены в дефолте. Сейчас на Exit конечно, отыгрывает. Один минус нашел. Ну, молодцы, на самом деле, весло ин. В этом моменте то, что сделали такое волевое решение. То, что сделали до закупку, хотя у Морал забыл всего лишь Дигл. И тем самым выиграли раунд. Вот тот самый момент, когда Хоббит развернулся. А... Ну, тут просто не, не чекнули позицию на поздних таймингах поджима этой самой ямы. Вышли сразу же ее ставить. Лаки, 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 лаки. Просто повсюду. Ерен затесался. Ну, понятное дело, как АВП фрагер. Четыре снайперских убийства. Шесть фрагов от лаки. За 14 раундов. Нечто просто, на самом деле. Так, глядим за последним раундом первой половины, друзья. Что у нас здесь интересного? АВП есть с обоих сторон. В результате Лаки увидел вроде игрока, но пропускает его. Он мог спокойно в ухо его забрать, но сейчас заберет, судя по всему, двоих. Лаки здесь никто не ждет. нет. Одного забрал. По второму миссии потому что он откидывал хаешку. Повторный минус. Лаки даблки, лаки, остановись, пожалуйста. Можно хотя бы шансы давать поля. Это надо в статистику заносить как два интрифрага, я да, Все должно быть честно. Моралс поджим, бондик его принимает. И Вислолен 15 раунд, по всей видимости, будут проигрывать. Ну да, здесь два в 5 ситуации. Есть один минус от отеля на обидный промах. Но так или иначе, здесь два игрока в саде, и в соло будет стараться разбираться Шпера в этом моменте. Но здесь ключевые позиции заняты от Страйк, даже своеобразный Крусфайр. Упорная позиция от шестерки это у нас Хоббит. И Хоббит пока что смоги... А, ниндзя. Врыв. Минус от Кризана и Жек Кьюэр. 1-4 ситуация, мало шансов. Да, Кризан финальный этап. Честно сказать, э, выглядит все это очень просто для Винстрайк. Но будем откровенны, когда дело доходит до стрельбы, с Винстрайк вообще невозможно соперничать. Причем сначала мы с тобой отмечали очень много раз Кризма, который выходит и просто по головам несется. Вот интересно бы потом э, инфографику было посмотреть, сколько у него процент по головам, как он ходит. И несколько раз отмечали Лаки. 7-3 фрагов за первую половину. Ну Лаки звезда, безусловно, этой первой половины. Посмотрим, что будет на второй. Но перед этим, друзья, небольшой ролик. Обалдеть! Как я люблю ставки на киберспорт. Это же круто. А еще круче, когда есть cash out. Знал про такой? Не знал. Это когда все идет не по плану, а ты берешь и выкупаешь свою ставку. Вдруг бац и спас свои деньги. Вот у Лутбет такой есть. Пользуйся. Ага. Так что я боюсь представить вообще, если в такой форме сегодня к этой встрече подошли Винстрайк, они прям очень хотят дальше пробежаться по быстрому по верхней сетке, мне кажется, до финала. Ну да, на самом деле виден упор э, Винстрайк в этом моменте. То есть э, здесь отталкиваются не только от потенциальной стрельбы, есть еще некоторые задумки. Ну и что стоит отметить, то что три дня назад, когда Винстрайк дрались против Пак, 14-1 они выиграли первую половину именно за диффенс. Вот сейчас будет интересно посмотреть. Вислолын, если и пикали эту карту, то были уверены в своей атаке на 100%. Вот сейчас эта атака и двигается под точку Б, такое ощущение, единым звеном. При этом принимать все это дело будет только Лаки. Лаки, энтрифраги, в этот раз ты будешь выдавать, смог отбрасывается, уходит в закрытую. Он готов. Надеемся на это. В результате Лаки... Еще нет, не будет энтрифрага, энтрифраг, именно Ашпера поступает, Житкер также минус, Минья включается, слушайте, красиво. Не сработало вообще звено по точке Б в этом моменте. Четыре игрока не нанесли такого тотального демеджа ни одному. В результате Хобби должен сейвить, на самом деле, первый армор. Он его понадобится. Мне кажется, будет full force. Да, вот получает информацию от ингейм лидера, насколько я понимаю. Ну, зафорсить святое дело, тем более у вас есть отрыв по очкам. Сейчас э, хоть какой-то минимальный и это 7-9 счет для Вислалы, но ну, действительно очень хорошо зашли, опять же юспики на контактных дистанциях, принимать десант некомфортно, юспики должны настреливать вот когда есть какой-то запас по расстоянию до противника. Ну вот как мы увидели, когда смог откидывал Лаки э, ближе к Форесту, вот там уже был сформирован своеобразный кроссфайр, он и игрок в зигзаге. Ну что-то этот кроссфар вообще не сработал, на самом деле. Там в зигзаге было три игрока в тот момент у команды «Винстрайк». Они вроде бы успели подойти, от толку все равно у вас не получается. То есть «Вислалын» там 100% ставили бомбу, даже если были бы в дальнейшем проблемы. Сейчас у них есть аж пять калашей на втором раунде от «Вислалын». Ничего себе решение. Но тем приятнее будет для «Винстрайк» в случае победы в этом фуллфарсе ведь Потому что там 150 долларов осталось у «Вислалын». Будем глядеть за 17, что у нас интересного покажет именно Винстрайк. У них скаут, недефолтные пистолеты также есть. Приятный момент для Алина. Вот, он сейвит себе сближение на байс на в первом байраунде. В случае проигрыша в этом, опять-таки. При этом мини уже контролирует центр. Есть укрепление с зигзага, да и вообще под точку Б в основном ставку вы сделали Винстрайк. А вот Upland пустует. Mm -hmm. Там на дальнем слишком контроле отыгрывает у нас Кризом. Криза очень хороший аймер. Не зря себе купил Desert Eagle. Кстати, получая под себя смог, эту формацию дал, но говорит, ребята, пока что вообще никого не слышу, не вижу. Тот самый дефолтный смог от Лаки. Думал даже своеобразный ванвей, однако нет, это не ванвей. Возвращается обратно, все звено висло Непонятно по какой информации, как они их учуяли. Но врыв будет именно по точку А, насколько я понимаю, через мид. Через пит. Вот тот самый Аймер Кризен, не подведи, я тебя хвалил. Но тот же хоббит подключается, уходит при этом вверх-вниз. Нужно работать по затылкам игрокам, которые будут проходить через коннектор, иначе не получится остановить врыв на точку А. Хоббит может открыться на самом деле под коннектор. Прямо сейчас тапочки там увидят. Кстати, вот кризен, кризен. Ай, флешка, вот опять-таки дисциплина. Хорошо, весь нравится мне в этом моменте. Со стрипой не так все хорошо, но то, что они действуют под флешки, дисциплинированные под размен, молодцы, хвалю. Ну, видимо, это опять же сейв какой-то будет от команды Винстрайк. Вы уже упустили возможность остановить противника на подлете. А идти на ретейк с вашими девайсами против калашей самоубийство. На самом деле, вот прям странно это выглядело, да, от То, что они подходили к точке Б, встали на раскидку, а потом игрок Шпера, который стоял в питу, он даже не выходил по точку А, он не собирал информацию, он просто сказал, ребята, мы выходим под А. И все, это, весь этот паровоз через респаун возвращается. Расстроили. Но при этом 8-9 счет, и у Винстрайка сейчас уже не будет никаких там пистолетов не дефолтных, докупаться для Хоббита и Криза денег очень и очень мало. Будут играть они сугубо вот от оставшейся ЦЗшки и Дигла, и ставка на Элиана со скаутом. Возможно в этом раунде тоже что-то интересненькое будет, то есть здесь в этом раунде от Винстрайка вроде как не было никакого укрепления, там два игрока в руме Два игрока по точке Б. И всего лишь один Кризен был вне позиции. Вообще ему надо было контролировать как коннектор, так апартаменты, так и пит. Это да не сыграл должной роли. Теперь у нас 18 раунд, да, будут отталкиваться от этих трех северных второстепенных девайсов. Они закупает себе еще и первый армору. Но, в принципе, не так критично, может закупить еще АВП без армора, на самом деле, насколько я понимаю, в следующем бай-раунде. Ну и смотрим, что сделает сейчас Висла Лин. какой будет выход. Бомба оставляет на респауне, три игрока уходят под точку А. И выход со старта от Миньо. Дефолт отыгрывают, интересно. Так, Элем получая по себя смог, сразу будет смена позиции, вычисляет дефолт, легчайший минус по кризису, но под апартаментами также находится один из игроков Винстрайк, по нему будет открываться Моралс, Моралс, префайром, прочекал хорошо позицию, Хоббит падает, ну и 3 в 5, здесь уже в идеале девайсики повыбивать, здесь никакого сейва, здесь конечно я понимаю, можно укрепиться самим по экономике, но лучше сейчас на домашней экономике своего визави. Конечно, даже элементарно выбитый армор второй у защиты, это минус 1000, то есть как бы здравствуйте. Так, Лаки есть минус. Повторный пик сейчас будет также под игрока. Тычку дал, конечно, но тотального дэмэджа по кейперу нет. Тотального дэмэджа нет. Бомб подбирается сейчас тем временем весь ин. С чиспауна. отличный минус по Элиану. Все еще есть один из игроков на КТ. Открытие кейпер. Стрельба не прилетела изначально, но Лаки там тоже три шота дал. Ни патрона не попал после этого. Бондик с чашкой против четверых. Не нашел даже меня, хотя был к этому близок 24 хп у того. 9-9, а вот и паритет по раундам. При этом сейчас у защиты все-таки появляется бай с снайперской винтовкой. То, о чем ты говорил. Кольты, киты только у Кризана есть на руках. При этом Лаки купил себе второй армор, Хоббит купил себе второй армор. Видимо, решили, что одних китов будет достаточно. А вот сейчас я бы уже посмотрел на лайв-коэффициенты, на самом деле. Так, 19-й полетел. 19-й полетел. Дефолтная расстановка сил от 2-2-1 отыгрывают. На миду у нас отыгрывают Кризон. Что интересно, не Эллион. А, Эллион через коннектор у нас пикет. В результате занял для себя грамотный угол. Получил Хаена минус 5. Но в результате... За это штрафанул мини, У того минус 83. Да, Миню здесь жестко просел так-то по здоровью. По итогу начинает ЖДКР выходить через балкончик и принимает в лицо да. от Лаки очередь. В большинстве игроки защиты. Но по информации, то, что был один из игроков в окне, другой был в коннекторе, решили то, что по точке 8 всего лишь один игрок. Но так или иначе, если бы находили минус на Лаке, там был бы еще сюрприз в лице Понтика. Хоббит в прожиме. Ну, потерялся на самом деле в один момент. Кейпер находит на него минус, его 4 в 4. Вроде как два игрока на миду, два игрока в пету, но сплит не в... Выглядит так хорошо, на самом деле. Сейчас, если Эллион находит игрока в коннекторе, то надо будет закрывать его лишь одну позицию. Моралс настреливает да, да, ушел ушел да. в стенку стрелять, а Кризин просто открылся повторно. Теперь надо только пить закрыть от Strike. Ну, Звучит-то, может быть, и просто, хотя там Элиан, это действительно может быть просто. Элиан против Шпера. Нашла коса на камень или нет? Интересно то, что открываться под него будет именно Минья, а не Шпера. Шпера красавец. Сыграл на самом деле отличным саппортом в этой ситуации. Флешка была просто потрясающая. Ну и вот и парите по живой силе. Два игрока около хелпы. Кризен и повторная флешка. Ну как же хорошо действует весь лолин. Даже для занятия ключевых позиций они тратят флеш. Но при этом они очень битые. По итогу начинает отстреливать. Кризен убивает Шпера. Есть размен Кейпера. Миньо. Миньо. Минус Кризен. Живых только Бондик. Бондик против Кейпера. Да ладно. Бомба поставлена. Ай, прострелы не полетели. Кейпер в финале минус 10-9, и «Вислолын» вырывается вперед. С каким же трудом они вырываются вперед, просто еле-еле, но у них очень много денег за плечами, в отличие от команды «Винстрайка». «Винстрайк», Винстрайк играют же сейчас со штрафными. Трудновато будет «Винстрайком», правда. Сейчас, возможно, даже своеобразная техническая пауза залетит. Хотя, судя по всему, парень пока что себе уверен. Ну, может быть, на следующем, когда уже деньги будут. И сейчас у вас просто ЦЗшки, диглы, вы работаете либо в упоре, либо на хедшоты. 2.42, а, а 3.50 было на вес 3.50 было. Да у вот меня ладно. и сейчас коэффициенты удивляют 2.42 на винстрай, когда они один раунд отстают. Ну ладно, два раунда сейчас весло там возьмут, скорее всего, против не дефолтов. Ну, возможно, в того фактора, то, что сейчас по экономике все отлично у Сейчас это дамажить просто нечто. Ну, неплохо. Ну, Лаки разменял, здесь разменял. И лак сейчас. Да этот был опять опа фраг от меня. Да. Статистику, заведи Я... завези Статистику мне. Меня, да. Кстати, да, все равно в большинстве сейчас, причем тотальном весло улын. Нет ни одного по точке Б, но сместилась, конечно, Кризен. Но Кризен теряет свою голову от Кейпера. Хоббит, конечно, минус нашел. Можно за девайс и унести его в следующий раунд. Надо. Должен быть 11 да. Ни в коем случае не идти, не стреляться. Так, Хоббит. Mm. Слышишь передвижение его мини? Миньо о Хобби тоже услышал. Хобби тоже услышал. красавчик. Ну и Хоббит решил: Ну спасибо, у меня и калаш, и плюс еще 300 долларов. Я только радуюсь такому раскладу. Еще и смог подобрал. О, еще и под флешку забрал, Шпера. Красавец. Так на может деле. на дефьюз побежим, как бы, да, хотелось бы сказать, но полетел по времени не хватит уже. Он сейчас финального игрока заберет, он его услышал. На вазу, ну и хороший выбор позиции. Браво. Браво, браво. Хоббит красавчик, конечно же, сейчас выбивает очень много денег. Это при том, что еще не финал второй половины. И перезакупаться тоже атаки. Вот если одно дело, когда вы перезакупаете одного-двух игроков, тратите 10 тысяч, там 9 тысяч. Другое дело, когда вам приходится вбухивать 27 тысяч долларов. Да, это тотальное просто сбережение. Тотальное сближение. Хоббит, как подложку-то еще и сдействовал. Красиво. Да, э, ставит еще АК-47 и сами более-менее укрепились по экономике. Вот благодаря всем этим фрагам от Хоббита он дропнул сейчас АВП своему тиммейту. Показываю сейчас сравнение снайперов. Ну, тут действительно побольше идет работы от Шпера, да, но э, выигрывает именно, скажем так, дуэли. Если на самом деле не говорить чисто о фрагах, вот Шпера, опять-таки, включается по кризу. Опам фраг есть. То есть, если не говорить чисто о фрагах, мы видели, как Шпера даже саппортом отлично отыгрывает. Да. Накидывает хорошие флешки. А ну, это бежать... одна из основных задач да, снайпера да, да, после да. того, как он нашел какое-то преимущество для команды. Дальше кидай гранаты, работай с суппортом. Ну или Гейм лидер здесь нечего сказать. Mm -hmm. Ой, Морелс вырубает Элиана. Потерялся тот. Но теперь можно понаблюдать за своими тиммейтами и говорить, кто куда должен бежать и кто что должен делать. Всего лишь трое остается игроков команды Винстрайк. И даже вот все вот эти засейвленные ресурсы не вывозят вас. Минья получил по себе тычку, того минус 10. Ну, не тотальный дамаж, конечно, сами прекрасно понимаем. Так, в результате вот сейчас очень важная стычка. Это Хоббит против Шпера. Хоббит выигрывает дуэльку. И Бодик включается. Есть минус бомба до сих пор на Около пята, но сейчас, да, будет забираться Морозом. Хорошо, и врыв. Но вот сейчас Лаки нельзя ни в коем случае умирать. Лаки, нужно жить и ждать тиммейта. Очень рядом здесь Бондик, надо жить. Лаки еще и минус находит. Лаки уверенный в себе парень. Поэтому он, не дожидаясь лаки... тиммейта, дает два фрага уже от Лаки. И остается только Морлс. Может против троих шансов. Его и. Ладно, Бонтик убил уже, не лаки. Два упом фрага было от Вислолын. Мы конечно то же самое наблюдали от Винстрайк на самом деле, когда именно по Винстрайкам. Точнее, Винстрайк 3 в 5, когда выигрывался. Да, 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 все верно. Теперь то же самое происходит. За диффенс. Так и должно быть, если изначальные мнение аналитиков, букмекеров, вообще всех сходятся в том, что это 50 на 50. Не было разницы вообще никакой, по коэффициентам. Тактическая пауза. И как ты смотришь сейчас по экономике, См вспомнить бы сколько? По 8, по девять тысяч вроде да. игроков было. И только один хоббит, который выбил просто все девайсы, сделал квадрокил, когда уходил на сейф. Ну, то есть какая-то мысль все-таки должна была быть у Вислоу Лин. То есть тот момент, то, что, ребята, у нас 4 девайса, давайте двое пойдут выбивать его, попробуют выбить. А двое пускай сейвят. Надо укрепляться по экономике. Кстати, все четвером, даже без Звёвина, правда, выходили по одному. И Хоббит квадрокил нашел, и сейчас денег нет. Мы уже много раз говорили по поводу того, что если вы охотитесь за теми самыми девайсами, то, наверное, профессиональным игрокам, конечно, виднее. Логичнее это делать парами под размены, чтобы это работало. Так мы это видели уже от Винстрай. Когда двое заходили через китчен, двое через B апартамента, вот этими как раз-таки звеньями да. они легко выбили два девайса. При том, что даже если вам не понадобится второй игрок, вы, по крайней мере, знаете, я могу спокойно умереть ради того, чтобы вы да, девайс. Абсолютно. То есть, вот если рассматривать э экономику, убить одного игрока защиты и при этом потерять одного игрока атаки, атака все, готова разменивать. Типа, да, спичку тянуть не придется. Сами побегут умирать. Смотри, какое решение ответил он есть, опять-таки, я говорю, мне подобное решение нравится, если хорошая реализация. Ой. Молотов не туда прилетел, конечно, но мне приятно. Ты, конечно, тот еще жук. Мне нравится рисковать, если это победа. Вот так вот ты сейчас сказал, да? Круто. Мне нравится рисковать, если будет шампанское, вот что-то такое. Миньо у нас умирает тем временем. Кризан дает эндрифрак. Пытается весла выйти по точку Б, но тут их принимает кроссфаером. Лаки. Нет, нет, турелька не сработала. Ой, и QS с Борлзом. Хорошо, разыграть в результате открытия. Вот Кризин, если бы не с ножом был в этом моменте, мог бы перестрелять зигзаг. Так, так или иначе. Все равно бомбу еще не поставлена. Шанс определенный. Через эндеграм будет рваться. Хоббит по нему собрал информацию. Игрок номер 4 от Ашпера. Поэтому его через Б точно буду ждать. Резать Элиан. Берет инициативу на себя, судя по всему, будет открываться номер один. Хорошая Хайена не добивает двух игроков. 10 хп, окей, 9 хп у Кейбра. 29 хп у Моралза, они все живы. Нет фокуса по демеджу сейчас от команды Винстрайка, Они просто не поверишь, что там настолько битые игроки. О, как это неприятно. 12-й для Вислолы. Но молодцы. Молодцы Вислолы то, что поставили тактическую паузу именно перед таким важным раундом. И вместо экономического сделали фулл Хотя было всего лишь два убойных девайса. Да. Это АК-47 и Галилар. То есть там был маг 10 два недефолтного пистолета, и в результате. Да слабо-слабо. Слабо. И по гранатам все было тоже по сути. Только да. на один раскид вот, разовый. А не то, что мы раз фейканули, два фейканули, две гранаты мимо кинули, а потом сделали финальный раскид. Тут тут прям купили столько, сколько и потребовалось. Единственное, что можно отметить, то что весь слоу что в защите, что в атаке, очень много используют грамотных флешек. То есть сейчас при выходе под точку Б э, Винстрайк услышали одну флешку, думает, ну ладно, надо сейчас открываться. Получает еще одну флешку, отходит от блайда Говорят, ну все, наверное, сейчас надо открываться, сейчас спины заберу. И еще одна флешка прилетает. В при результате 12-10 сейчас фулл бай раунд от Винстрайк. Покажем, двигаются с бомбой под точку А. Пошел у нас молотов от минью в коннектор. Хаешка туда же. Кстати, Хаешка дамешка какой-то по наносит. Да, ну минимальный, конечно, 92% у него осталось. Хоббит спускается под навес, но через ковры двигается Кейпер, кстати, в этот раз. Занят топ мид. Кстати, всего лишь одним мини тот на сборе информации отыгрывает. Ну и вопрос в чем? Будет ли он возвращаться обратно к тиспауну, либо сейчас будет здесь наводить шума? Мелиан. Накидывается молотов, при этом подниматься на голову он также не стал. Кризен играет на коннекторе. Все игроки Висла Лин подходят к яме и коврам. То есть это будет такая лобовая атака через э, смоки, по всей видимости. Меня на стуле. Будет закрывать перетяжку зигзага. Вот, ключевые смоки полетели. Пошел выход. Здесь Хоббит всего лишь один в саде. Ему нужна хелпа. Срочно должен подходить уже тикетбокс. Ну и что, Хоббиту нужна флешка. Эля, нашел бомбрак. Кстати, без флешки пикает Хоббит. Ну куда? очень нагло, с другой стороны. 4 в 4 пока ситуация, не дают выйти и поставить бомбу. Медленно, медленно идут весь под эти смоки, а смоки а, развились, да, вот это проблема. Проблем под названием Криза. Кстати, 2 в 4 ситуация. Да, меня нашел один минус. Меня нашел второй минус. А вот это более приятно. Открывался уже QR, сделал фейк по поставке плантауса, самого 14 хп. На самом деле, здесь, если прострел халявно залетит, прострел. Прострел! Близко еще раз! Да что ж такое это не, не успевает, просто не успевает он ä, поймать этот тайминг и этот вектор атаки. По итогу Бондик, хотя бы убил GDKR. И теперь нет выбора у Миню. Миню играет под бомбу, которая на него поставлена. Там снайперская винтовка у Эйлина. И смог есть у Бондика. Все более-менее приятно, все более-менее хорошо. Да, Эйлин контролил даже. Хороший геймсенс. Все-таки ингейм лидер здесь должен понимать передвижение и решение своих соперников. И тем самым один раунд забирают. Да, и друзья, перед 24-м раундом давайте посмотрим с вами небольшой ролик от Лутбета. For live betting. По баю, что мы сейчас видим, есть снайперская винтовка у Шпера, естественно, маг 10 у Миньо, Винстрайк должны удерживать эту линию, они Висла подвели практически под развал экономики. Все, сбатили Хоббита, хотя он все равно нашел лопом фраг, интересный момент ну ладно так или иначе еще и мини здесь на лоу хп в прожиме пошел уже шпера но здесь на более своего позиция отошел уже один из игроков винстрайк еще и смог кинул. хорошо на информацию сыграл теперь нужна хелпа на самом деле хоббиту хоббита сейчас выпускать не должны с андеграунда это, этим грязным делом должен заниматься моралс но ну, и как то надо сейчас операцию по спасению хоббита делать ну вот в этом то и дело что не очень то это и просто так вот открывается игрок зигзага кстати, будет еще и пикать Хоббит. Вот, два игрока на хелпе. Красиво, красиво делают винстрайк. Уже нравятся их решения. И Хоббит еще и второго перестреливает. Моралс на миду не справляется со своей стрельбой. Кейпер увидел игрока на тикетбоксе. Получает информацию. Хоббит действует по Кейперу. Ну и вот два в пять. Хобби, давай эйсичи уже. Хоббит! Квадрокилл! Хоббит может... Правда, вот мини убегает от него. Но есть информация, на самом деле. сейчас будут выпускать хоббита, говорят, ребята, да нет, оставляйте мне Там его. сейчас э, Кризин поможет. По итогу Миньо идет прямо в лапы к своему сопернику. Ваншот, ванкил. Ох, не успел среагировать. Близко, близко, на самом деле, вот этот фазумчик был. Кризом финальный минус, Хоббит просто... определенная MVP этого раунда, вот сейчас повторчик. А, нет, не будет повторчика. килл 8. Лаки, что ты вытворяешь? Я требую пересчитать статистику. У него не 8, у него 9. Он два подряд давал, как бы. И а, не один раз. И на не самом один деле. раз, да. Так что там под десятку даже у Лаки. Профсоюз Лаки, короче, у нас сейчас откроется. Но приятно, вы поймите, очень приятно смотреть за игроками, которые действительно знают, как делать вот свою работу. Это действительно профессионалы. Вот это настоящий антрифрагеры, Фрагер, соглашусь. Это настоящий Андрей Фрагер. Так, по каждому экономический раунд, друзья. У нас здесь пара глаков. Пардой P250 лаки сжигают жидкий Ать! Еще одного. Уже 9 фрагов. Приятно. У него челлендж, понимаешь, он должен каждым девайсом сделать энтрифраг. А, челлен, сейчас жил, все, жил, молотом жог сжег. Так, ч, что не делал? Ножом не резал. Да, тяжеловато, но в принципе как-нибудь справимся. Зевса брать надо еще. Так, Ризен хобби также забирает себе по кусочку пирога. Но в результате, да, своеобразные соло пики здесь. Ну, ладно, это экономический раунд. Здесь нечего сказать. Эллиан. Финальный шот. 13-12 за винстрайк. И вот ребята уже выходят вперед. Хотя после того самого проигранного раунда от Винстрайка, когда там Вислоу Лин э, был в банк своеобразный, когда они закупились там двумя обойными девайсами, я думал, Винстрайк упустит свою нить игры. Но мы видим, что здесь настолько ребята хватаются, хватаются за этот мираж, что, возможно, чуть ли не допы нас ждут. 2.95. Что, что происходит вообще? А я не, не понимаю, просто. там я... какой-то думблер, который в двух положениях может быть: либо троечка на Висло Лин, либо троечка на Винстрайк. При этом Эйлиан сейчас uh, пытается поймать центр, но смоки мешают ему. Бондик прикрывает на зигзаге. Кроссфайр организовали на всякий случай. Быстрый выход в подвал там идет от Веслолын. Угу, mm -hmm. тут это приятный момент. Здесь два игрока в коннекторе своеобразным кроссфайром стоят. И это неприятно будет. Для веслолын также. Так, был в окно. Ну, закидывают здесь одного, действительно, игрока. И вот GDKR здесь может стать очень неприятным номером для винстрайка. Потому лишь что бы. кажется, что Элен вообще не ждет его. Да, лишь бы вот здесь винстрайк не закинули, на самом деле. Нет, ну должен быть чек, на самом деле. Должен быть чек отеля, Она все-таки отыгровка ингейм-лидера. Затишье перед бурей у нас, потому что под яму уже подходит Вислалын. И это такой сплит. Но за счет GDKR можно его сделать. Он либо перетяжку поймает, либо в спину откроется. Подозреватель Кризм. Кризм подозревает. Эля нашел open фраг. В дальнейшем, ну, думает, думает. Все-таки вроде как и хочется прочекать. Тайминги просто вот когда кризис развернется. Больше хороший тайминг для себя поймать, если бы осталось все равно на 90 около джангла. 40 секунд на таймере должны действовать именно от JetQR. И JetQR начинает свои действия. Шпера тем временем находит хоббита. Вот сейчас сладенько будет. JetQR. Открытие одного. Здорово, не перестреляет Криза на размене сыгра так или иначе. Получает серьезную точку. Кейпер по себе. У того 18 го Криза врывается. Да, уже для себя нашел. Криза браво. КП. Э запрыгивает у нас пока на голову. Пытается занять коннектор. но времени остается 20 секунд. Нужно бомбу подобрать, поставить ее. У Висла серьезные проблемы. Потому что на кроссфайре Винстрайк три стороны будут просматривать. Да, здесь уже трудно будет даже до поставки плента дойти. 10 секунд на таймере. Криза безошибочно стрельба. Лаки имеет информацию. Так, Шпера перестрелял одного. Практически перестрелял второго. 6 КП в сумме у Винстрайк. Очень-очень напряженный раунд. И Кризан его сейчас сделал полностью. Возможно, да, не так там он два фрага, дал, во-первых. То есть, когда убили снайпера на голове, он развернулся и убил игрока в джангле, он удержал направление. То есть не было уже уверенности у Вислой. Так, все, у нас там наш парень есть, можно туда даже не смотреть. Он еще и третий минус нашел около да. коннектора. На самом деле, то есть. Давай представим совсем другой момент. Если бы Жет видя снайпера на стельцах, сделал бы еще стрейф вправо. Сначала забрал Кризана, потом забрал бы еще и вот краски снайпера в лице Элиана. Ну, там бы 2 в 5 ситуация была, они как бы 100% не выиграли этот раунд. Но. Если бы ДКБ и выход, да. быстрый под коннектор принимает Кризен. Кризон Кризен двоих. Третьего. нет. По вроде как была информация, но Бондик не сумел сработать. Но сумеет сработать Лаки. Лаки минус Шпера. Ну, кстати, один плюс один на игру сейчас висла Оллин. Один около Меда, другой в апартамент. Говорит, да все нормально, пацаны, сейчас на вертай мы выйдем. Да, да, да. Моралс. Ну, тут тяжело, конечно, будет перестроиться. А, Кризен. Будет дальше работать на контроль старта, при этом Бомба уже выносит под Б, но тут Лаки, которому не дали сделать антрифраг, он грустный. Пускается в подвал у нас здесь на Кризена, опять же, Миньо, Миньо умирает, а Мороз его разменял. В любом случае, это раунд для Винстрайка, мы понимаем. Да, да, 100%, здесь у Мороза шанс маловато. Бомба-то упала, но, ну, кстати, да, ходит финальный шот, 15-12, три раунда. Остается выиграть весло Лин, дабы свести все это дело на овертаймы. Очень хорошая новость для Винстрайк, что у них еще очень много денег. То есть вот у... Да, то есть все три раунда будут именно бай раундами У Лаки 11 тысяч там с лишним, при том, что у него есть девайс, то есть ему не надо перезакупаться. Как бы сейчас не выбивали экономику весло Лин, Винстрайк всегда при деньгах. Ключевой бай. Веслолы нужно с чего-то стартовать. И снайперская винтовка без армора от Шпера. Ну, Занять меда пока что планировалось изначально. Здесь два игрока. Это мини и Морлс. Но пока что просто батят раскидки на самом деле. Чтобы получали фейк информацию в инстрайк. Дропнули бомбу. Более такой пассивный контрстрайк. Понимаю, то, что здесь ошибаться уже ни в коем случае нельзя. Да, вы один раз ошибетесь, два раза ошибетесь, вот уже допа. А зачем вам допа вообще в инстрайк? Вы можете спокойно выйти на 16-12 прямо здесь сейчас. Все верно. При этом через ковры Кейпер пытается как-то продамажить соперника, пока урон никакого он не нашел. А, на верхнюю кухню подходит у нас Шпера и GTQR. наверное, от звена в центре будет все-таки как-то действовать Висла Лин. Должны, должны. Здесь проход ближе к коннектору планируется. Но буст очень хороший от Лаки. Очень хороший. Должен сработать минимум на один минус. Да, вот под затыльник. энтри есть. Еще Лаки один. разворачивается. Все, уже преимущество получено по численности для Винстрайка. Шпера пытается проползти под точку Б в прямом смысле слова. И ловит от Элиана. Снайперская дуэль выигрывается Хоббит. Ой, да ладно, я уж подумал, на нож пойдет резать. То что он мог что-то раньше поставить. Но Good это... game, well played. Это показательная расправа сейчас была в этом раунде, если честно, от э, коллектива Winstrike. Слишком они все круто сделали, слишком хорошая стрельба и тайминги для них тоже сейчас идут просто идеальные. И вот на самом деле в конце мы можем смело сказать то, что как бы хорошо не стрелял Шпера со снайперской винтовкой в конце, вот в последних двух-трех раундах Эллиан именно сверкал на самом деле, показывал ключевые минусы и даже вот в конце показал это нам также, сыграл. Против Б-апартаментов нашел ключевой минус. Ну слушай, наверное, мы не соврем ни краем глаза, если скажем, что это одна из самых ярких карт, которые мы смотрели вообще в рамках этого плей-оффа. Команды очень-очень близки по уровню игры и хочется за ними смотреть еще и еще. По крайней мере, одна карта нас ждет впереди. Сейчас мы узнаем, будет ли у нас какая-то статистика по завершению данного сражения. Да, есть статистика. 10. Я в шоке, правда. Лаки. Лаги, просто. красавчик, просто красавчик, безусловно. То есть это же очень приятный бонус именно в плане ощущений для коллектива, когда вы дали антрифраг, все, вы дальше можете чувствовать себя свободнее, особенно за сторону защиты, когда вам не приходится растягивать там свою оборону. Снайпером, кстати, выделился именно Эллион. 8 фрагов с ВП, Будучи ингейм-лидером, опять-таки, хочется отметить. Ну и 21 минус именно был от Минья. Вот показываю сейчас его статистику, КД и АДР. Кстати, не так далеко улетел от а, Кризена. Кризен-то вообще у нас 25 настрелял по ходу данной встречи. То есть кризина мы видели, как он сверкает, правда, своими энтрикилами, то есть хороший стрельбой потенциальный. А вот от мини мы что-то не замечали. Ну, как мини, он... понимаешь, мини работал на стабильность. То есть в каждом раунде я стреляю, я убиваю. Кризен, он больше брал какие-то яркие моменты, там три фрага забрать, вот как это было в раунде, когда в спину через джангл да, заходили. Когда Кризен открывался в центр, играл через коннектор или через тот же самый подвал. Поэтому все, скажем так, в. В рамках практики. Друзья, что же, у нас сейчас будет пауза, как я понимаю, буквально 5-10 минут перед следующей встречей. покажу вот нам еще и сравнение снайперов вывели на секунду. Но мы про них уже поговорили. Я уверен, поговорим да. еще на грядущей карте, потому что там даст 2, где еще говорить о снайперах, как не здесь. Да, там опять-таки будет хорошая стрельба. Уверен в этом от Винстрайк. Но надеюсь, будут включаться временами также и поляки. А пока что, да, небольшая рекламная пауза, друзья. Обалдеть! Как я люблю ставки на киберспорт! Это же круто! А еще круче, когда есть кэш-аут! Знал про такой? Не знал! Это когда все идет не по плану, а ты берешь и выкупаешь свою ставку. Вдруг бац! И спас свои деньги. Вот у Лутбет такой есть. Пользуйся. Ага. i've better